Чё как, зрители, это Гагатун. Мы в прошлый раз остановились на том, что мы приехали. Тут была дорога вся завалена. Есть обходной путь. Может, нет, если только пешеходный. Сейчас мы не можем позволить себе такую роскошь. Бывает. Что, мы останемся в фургоне? Мальчику конец, ведь его надо убить. Yeah, everyone else relax. Clint, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Я бы не оставлял Клементай наедине с чертовым зомби, знаете ли. Я об этом поговорю сейчас. Вы его не убьете, нет? Нет? Ему конец. Have you heard anything out of Lily in there? Not a peep. I don't like that. She's probably in shock. She did a monstrous thing. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, she is. Poor Carly. Она еще, интересно, не нашла запись, на которой показывали, как нас убили. А вдруг это Клементайн? То есть... I was. This isn't any time for, you know, romance, but yeah. I was, fond of her, yeah. Anyway, let me know if anything changes here. Hey, Clem. What are you going to do with Lily? Я не знаю. I don't know. Something, I suppose. I don't know what we can do. She killed her. Yeah, it's horrible. Почему как-то странно, то я говорю, что были ходячие, не ходячие в этом банце убили. Вот. Она бы не ежели... I cracked a window. I sure as hell don't want her out here with us. Я главное поговорю с ними, чтобы они мне сказали про фургон. Давайте поговорим тогда с Лили. Смотри, что там, да как. Лили, как жизнь? Да блин! Я не хотел этого нажимать. Пой черный ходит туда-сюда. Не может определиться. Зачем камера так менять? Карандаш. Все, карандаш, чтоб порисовал Клементайн, если вдруг понадобится. I'm leaving. Как ты? Go. Now. Come with me. We could take the RV right now. He left the keys in it. No way. Didn't think you would say yes. I can't let you take the RV. Don't be crazy. You're not letting me take it. Sorry, Lee. I really am. Come on. Holy shit! She's stealing the RV! Lily! Чёрта! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Я, кажется, как-то случайно скипнул скрипты. Взяв карандаш, такой, эй, иди, Мы остались наедине с своим фургоном. Let's focus on the train. Так, спокойно, ну давай сосредоточим на поезде.
Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Мальчику конец. Стоит его прикончить. Doug is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Нам это не поможет. Таку конец. Мне ж нам всем конец, строго говоря. И я не могу ходить. Окей, я теперь могу ходить. Так. Клементайн, хочешь карандашик? Я нашел карандашик. Hey, sweet pea. You okay out here? Ты в порядке? Чё-то ты все хуже и хуже себя чувствуешь. I don't think Doug feels good. Какой-то... Что за режиссура в этом эпизоде совсем плохо, на самом деле. Hey, sweet pea. Я хочу okay. дать ей карандаш. Зачем я взял карандаш? Почему? Всё, Дагу конец. Тоже мне игра года. Какой-то фиши. Идемте с Беном говорить. Че, Бен? Это был ты? Was it you? Not this again. Was it? No! Okay then. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. You, happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. Окей, ладно, он сказал свое мнение. Дверь вагона, лестница, дверь вагона. В чем разница? Давайте посмотрим в вагоне. Дверь вагона. Вагон, ты там как? У тебя что-то есть внутри? Вагонище ты, наше. Я прошел через дверь. Почему меня это уже не удивляет, я не знаю. Тут поспать можно. Кто-то жил здесь. Думаешь, они ушли? Но... I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Окей. Надо посмотреть на карту. Какая-то карта? The map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. К побережью. That's where Kenny's got us headed. Окей, ну тогда мы пойдем к побережью. Водичка. I'll take this to Katja, for Doug. Этот тупой мальчик мне даже стало немного нравиться. И тут он умрет, неожиданно. Сцепка. Он сломан. Нам нужно будет отсоединить другую часть вагона. Окей. На чем больше тут ничего не можешь сделать. Просто пришли заранее, я так понимаю, чтобы отцеплять вагон, когда нам еще не надо ничего делать. Не отцеплять вагоны, нифига. Что? Так, куда у него рука пошла? Это большая свалка. Но вагон-то в порядке. Так. Так, я принес тебе водичку. С ним можно сказать про карту, это водичка. Я нашел воду. Потратим его на умирающего ребенка, давайте. I know. Well, I don't, but you're probably right. Вот смотри, что у меня есть. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? Да, это в этот маршрут нашего вагона. Holy hell. Can you guys see about moving that thing? We could have something here. Yeah, we're on it.
Да, мы пытаемся все-таки. Не хочу больше с ним болтать, она задала. Это тоже так. Сейчас уже пойдем, залезем. Что же у нас там с вагончиком? Я видел фотографию. Мы можем так пройти, а можем. Нет, мы не можем так пройти. Да, пройдем вот так. Знаем, что там внутри вагона. И это не вагон. А торнотек. Сейчас мне туда карандаш кинуть. Это его заведет. Тебя заводит, когда я кидаю. Что мне? Качественный ключ. Ок. Разводной ключ. Там тупо инструмент этот. А тут что? То же самое, потом кажется. Нет, это что-то еще. Да вообще ничего нет. Вот так поворот. Окей, а что у нас последним? Так, ладно, тогда пойдем сразу в кабину. Для чего нам нужны ключи и прочее? Shit. Там полудохлый. Мертвый. Есть один. Walker, теперь кабины стрелять. Потому что это хорошая идея взять и выстрелить в него. Может ключом лучше. Я не хочу стрелять по нему. Чем мне стрелять? Я не хочу его стрелять. Ох, фак. Ай, сейчас он опять подскользнется, что ли? Это будет смешно. Найс. Ну. Я не думаю, что это хорошая идея. Но, окей, давай обыскивай тут всяких зомби, полудохлых, которые падают. А, у него башки нет, ну ладно. Он, наверное, когда врезался, потерял свою башку. Огонь мигает. Push it. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. Well, без монетки. Maybe it goes somewhere we'd like to be. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Не хочу это делать. Man, this could be exactly what we need. Ну ладно, как скажешь. Нам, наверное, понадобится ключ в процессе. I have no idea what to do with these. Так, панельки, панельки. Я чувствую себя, как будто на корабле. Дверь кабины. Так. What? Что? Нахера так пугать? Приятель, посиди там, успокойся. Тебе нужно работать над своими нервами. Чу-чу-чурю. Поезд. Что же... Ты предлагаешь там делать? Найти машину времени и прокатиться на ней? Что мы будем теперь делать? Ладно, я, наверное, на это закончу эту серию. Хотя я не знаю, сколько она шла. Фиг с ним. Мы заставим работать этот поезд в следующей серии наверняка. На этом все. И кричащий зомби передает вам всем пока. Пока!